В рамках акции «От сердца к сердцу» редакция издания «Горловка сегодня» собрала сумму в порядка 14 700 рублей. Сегодня мы эти деньги передаем Екатерине для дальнейшего ее лечения. А также хотели поблагодарить всех неравнодушных людей, которые откликнулись на помощь Екатерине. Мы сегодня передаем вам деньги, которые нам удалось собрать. Это 14 700 рублей. Вот список, кто скидывал, и скриншот мы выложим в своих социальных сетях. Вот, а так это вам, то есть от неравнодушных зрителей. Хорошо, спасибо большое тем людям, которые остались неравнодушны к моей беде, которые помогли мне деньгами на лекарства. Я им очень благодарна. Спасибо вам большое и низкий вам поклон.